Добрый день! Сегодня продолжим тестировать модель Рокета, которого мы перевели на подвеску из капролона. Желтенькая, вот тут синенькая ее видно. Было отдельное видео, где я ее сюда установил. После этого я пошел ее там потестировал. Крайне неудачно, где-то постоянно врезался. Вроде подвеска осталась целая. Поэтому сегодня будет второй тест. Надеюсь, будет достаточно даже длинный. Мы возьмем наш трамплинчик. Трамплин большой для данной машинки. Есть версии трамплинов поменьше. Но так как... В принципе, модели Рема Хобби, они не очень, скажу так, хорошо управляются, если тем более мы говорим о гололеде. То есть нужно еще и постараться, чтобы на него въехать. Попробуем сегодня попрыгать, побашить на Рокете. Надеюсь, останется живой. Ну, как бы, если что-то сломается, обязательно, на самом деле, что-нибудь сломается. Потому что за бортом у нас примерно минус 10 градусов. Приземляться будем стараться там, может быть, вначале буду там, попробую немножко приземляться на пухляк. Потом приземляться будем там на какую-нибудь твердую поверхность, чтобы было прям более наглядно. Ну и посмотрим, что у нас сломается. Ну и надеюсь, что корочка выживет, потому что после предыдущих я вот ее клеил тут армированной пленкой, но она уже прям потрескалась. Надеюсь, с ней тоже все будет хорошо. В общем, без лишних слов, пойдемте пробовать и тестировать. Ставим трамплинчик без мягкого приземления, блин. Обычно надо попасть. Так, будем пытаться приземляться на твердую поверхность, чтобы уже потестировать нормально капролончик. Реально, фиг попадешь этот трамплин. Неровность, гололед. О, четко. Чуть-чуть мы сломали крепление. Сломали два крепления. Подвеска. Подвеска. Подвеска капролоновая осталась целая. Сама нижняя дека осталась целая. То есть сломали вот эту часть крепления. Соответственно, машинка теперь у нас не особо будет ехать. Давай попробуем прыгнуть. Теперь это дрифт машины.
Так, давайте более детально сейчас рассмотрим машинку. Во-первых, у нас передние диски заменены уже на S-Max-овские, вот они остались целые, а вот задний диск от Rocky, то он, соответственно, тоже сломался, в этом месте лопнул. Бампер еще с прошлого раза был сломан, остался единственный родной диск вот этот. Смотрите, ушки у нас здесь теперь усиленные, вот здесь в основании как будто типа двойным винтом крепятся, и они остались целые, но сами бабочки, они сломались. То есть, видимо, удар произошел именно на корку, то есть он полностью вот так ударилась, а ее сместило, и они обе сломались. То есть такая поломка, может быть, либо куда-то въехали, либо вот от таких прыжков. В остальном, сейчас внимательно посмотрел, еще из поломочек, смотрите, сломали передний бампер вот здесь в основании. То есть он как бы отрабатывает на самом деле сейчас. Я его прям точно менять не буду, потому что, смотрите, он прям как гнется хорошо, будет вообще все удары на себя принимать, то есть вот здесь отломилось. Точно так же, как и задний отломался, на самом деле здесь был еще кусочек, его, видимо, тоже доломало, но их, опять же, менять не буду, оставлю. По ходовой, по капролону пока вообще никаких нареканий нету, все целое. Блин, вот попытался подолбить ее посильнее, но пока вроде тут целое. Опять же, повторюсь, чаще всего капролон ломается вот в этом месте, то есть там, где крепление амборта, то есть вот самое узкое место, либо выламывается именно в ушках, в этом, либо в этом краю. Ну, это, в принципе, поломка и базовых запчастей. Но капролон все равно немножко пожестче. Сегодня температура где-то минус 9 градусов. Холодно, но пока все нормально. В общем, меняем две бабочки, бампера оставляем такие же. Сейчас еще покажу корку. Ну и, соответственно, корку тоже доломали. Вот здесь она была сломана, вот здесь был отломан кусочек, но здесь была целая, то есть она отломалась. Здесь я, видите, все проклеил армированной пленкой. Вот с этой стороны она у меня была сломана, она также и осталась. Здесь была целая, она, соответственно, тоже треснула. То есть новая трещина сзади, ну и трещина здесь в передней части. Ну, в целом, пока еще нормально походит.